8 вечера в Украине. Время узнать последние новости страны и мира. В студии с вами Татьяна Буть. И вот главная тема сегодняшнего выпуска. Путешествие инкогнито. Куда тайком хотели вывезти львовский мусор? Вердикт для любимчика. Отправится ли за решетку погоревший на взятке подчиненный Садового? Научное списывание. В чем уличили министра образования Украины? В СИЗО под арест отправили Юрия Голица, главу департамента жилищно-коммунального хозяйства. 2 дня назад поймали на крупной взятке. И это после того, как суд оставил его на свободе до рассмотрения другого уголовного производства о пожаре на Грибовицкой свалке. О суде над скандальным чиновником, которого глава ГПУ назвал любимым сотрудником львовского мэра, Галина Якушко. Это зал заседаний Шевченковского райсуда Львова. В объективах телекамер снова начальник департамента ЖКХ Юрий Голиц. 2 раз за месяц. Сегодня ему снова избирают меру пресечения по новому обвинению. Месяц назад прокуратура обвинила чиновника в служебной халатности по делу о пожаре на Грибовицкой свалке, где во время тушения огня произошел обвал и погибли 4 человека. Дело до сих пор не закрыто. Но в первый раз суд оставил Голица на свободе под личное обязательство. Чиновник все это время продолжал работать в мэрии под покровительством градоначальника Садового. Не напрасно глава ГПУ назвал его любимым сотрудником мэра. Ведь под боком у шефа Голиц продолжал брать взятки и накредовал себе на новую статью. Голица задержали при получении 80 тысяч гривен, но это была только часть суммы, которую планировал получить чиновник. Всего он требовал 800 тысяч за подписание договоров о ремонте тротуаров и домов. По этой статье ему светит 10 лет тюрьмы. Сегодня прокуроры настаивают на аресте. Органом судового расследования установлено вже декілька епізодів його злочинної діяльності. Окрім того, досліджується ще ряд інших епізодів, про які в подальшому буде стосовно яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Адвокат подсудимого заявляет, Голиц никаких откатов не брал. На договорах о благоустройстве даже нет его подписи. Договори, які укладені Львівською міською радою, точніше департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради з ТЗВ «Лембуль», підтверджують, що Голиц Юрій Богданович цих договорів не укладав. Не мав повноважень для того, щоб укладати такі договори. Это не входило до сферы его деятельности. Сам Голиц тоже все отрицает. За что получил 80 тысяч гривен в день задержания, чиновник объясняет. Ему вернул долг старый знакомый. Я уже не пытаюсь сделать вызов разные проблемы. Это кошты, которые он мне частину повернул своего города. А когда были эти кошты повернули ему? Того дня? Да. За стенки СИЗО или все же свобода в совещательной комнате судья проводит 2 часа. И вот решение. Клопотання задовольнити. Застосувати щодо підозрюваного Голиця Юрія Богдановича запобіжний захід у виді тримання під вартою. Правда, с возможностью внесения залога. Сумма 2 миллиона гривен. Есть ли такие деньги у бывшего чиновника, нам узнать не удалось. С журналистами он отказался общаться. А вот адвокаты заверили, подадут апелляцию. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер Львов. Львовский мусор продолжает путешествовать по Украине. Накануне 2 фуры с бытовыми отходами и без разрешительных документов обнаружили на Бориспольской свалке почти в 600 километрах от Львова. Происхождение мусора водители фур не скрывали, планировали незаметно выгрузить его ночью, однако подвела погода. Они здійснювали выгрузку данного побутового сміття в нічний час. Але оскільки там відлига і дуже велика кількість багна, один із транспортних засобів застряг з великою кількістю цього сміття в районі 20 тонн. Вони з нічного часу до самого ранку намагалися витягнути свій транспортний засіб. Викликали трактор, який в кінці кінців витяг з багна цю вантажівку. Но в цей момент туди з'явився відповідальний службовець комунального хозяйства, виявив їх, зателефонував по лінії 102. Официально вывозить львовский мусор на свои полигоны согласилась только Черновицкая область. Принимать отходы отказались почти все регионы страны. Однако вот такие фуры-сюрпризы ловили от Ивано-Франковска до Днепра. На несанкционированных свалках то и дело находят львовские тетради, выписки из городских медучреждений и чеки из магазинов Львова. Министра образования Лилию Гриневич подозревают в плагиате. Доказательства авторы расследования опубликовали на сайте ошибки и фальсификации в научной среде. Уверяют, что в своих статьях Гриневич использует целые абзацы, не указав источники материала. По данным сайта, в начале прошлого года министр опубликовала 2 статьи, посвященные образованию, где и выявили плагиат.
Сама Гриневич на обвинение отреагировала у себя на странице в Фейсбуке, признала, что часть замечаний справедливы и пообещала не использовать эти статьи в научной работе. Однако отметила, процент заимствований слишком мал, поэтому такое расследование считает предвзятым. А заинтересованы в нем, по мнению министра, попередники времен Азарова. Так плагиатила Гриневич или нет, вот что говорят эксперты. Когда вопрос идет о плагиате, то есть или полностью часть, или какие-то разделы произведения, которые повторяют какую-то новую мысль, ну, подразумевается, что научную мысль, какие-то, или открытия, или исследования и так далее, которым повторяется и нет ссылки на автора, который впервые эту мысль, как говорится, произнес, опубликовал и так далее. А в соцсетях уже обсуждают возможную отставку министра образования из-за плагиата. В Европе по этой причине покинуть пост были вынуждены ряд чиновников. Министра образования Германии Анетты Шавана обнаружили плагиат в диссертации на тему личности и совесть. В итоге лишили научной степени, и она ушла. В отставку из-за списывания подал и министр обороны Германии Карл Теодор зу Гютенберг. Карьерой поплатилась также Кох Мерин, досрочно покинув пост вице-спикера Европарламента. А в Польше образовательная реформа вывела на акции тысячи людей. На улицы Варшавы вышли учителя, родители и представители местного самоуправления. Они возмущены предложенной реорганизацией учебных заведений. Многие школы просто закроют, а педагоги боятся массовых увольнений. Новый законопроект поступит на рассмотрение Сейма через неделю. Внедрить его собираются уже со следующего учебного года. Очень сложно поднять уровень образования. Намного проще написать какой-то закон, принять его в парламенте, и работа сделана. Власть хочет показать, что выполняет все обещания, делает реформы, но все изменения бессмысленны. Это только политический ход. Печерский райсуд Киева сегодня решал, будет ли Александр Ефремов сидеть в СИЗО еще 2 месяца или нет. Я напомню, что его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Какой вердикт вынес судья, знает Ирина Романова. 2-месячный срок содержания по страже Александра Ефремова истекает в следующий четверг. Накануне ГПУ передала в Печерский райсуд ходатайство о продлении ему меры пресечения. Там заседание назначили на сегодня. Подозреваемого и защитников предупредили перед началом процесса. Для меня полной неожиданностью было. 12 часов, кажется, было назначено суд. Заседание начинается с опозданием. Из 4 адвокатов Ефремова в суд успел только один. Удивляется, как судья, который только что получил материалы, уже успел с ними ознакомиться. Не понимает адвокат и почему именно Карабань третий раз рассматривает дело Ефремова. Багато хто суддів Печерського, саме Печерського суду, які приймали участь при розгляді клопотань відносно там нашої справи, інших справ, вони практикують брати самовідвід. В даному випадку я розумію так, що суддя Карабань визначений головним в справі Єфремова і буде надалі методично відпрацьовувати свою роль в цьому. Защитник заявляет Карабаню отвод, тот объявляет перерыв, чтобы автоматизированная система избрала судью, который рассмотрит заявление адвоката. Найти свободного служителя Фемида выходной, похоже, непросто. Ожидание затягивается на 3 часа. Наконец, в зале появляется другой судья. Слушает аргументы подозреваемого, его защиты, потом обвинение. Прокурор ссылается на Уголовный кодекс и уверяет, причин для отвода Карабаня нет. Еще судья разглядал, принимал участь на досудовому розслідуванні в кримінальному провадженні, то тільки в першій інстанції, в апеляційній або в касаційній інстанції він не має права брати участь. А на досудовому розслідуванні будь-яких обмежень немає. Вислушав доводи сторон, суддя постановляє. Підстави згідно з правилами КПК України для відводу слідчого судді Карабаня від суду. Позже в зал заходит помощник Карабаня и сообщает, заседание переносится на утро понедельника. Ирина Романова, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер. В деле о преступлениях против активистов Евромайдана дал свидетельские показания президент Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цегулка. По его словам, Порошенко всегда был заинтересован в расследовании преступлений во времена Майдана и наказании виновных. А как сообщили в Генпрокуратуре, изначально президента приглашали для дачи свидетельских показаний 29 ноября. Но разговор перенесли на 18 в связи с плотным графиком Петра Порошенко. Как сообщил в эфире одного из каналов представитель ГПУ, показания президента будут учтены в ходе расследований.
Свои показания ранее дали спикер Парубий, секретарь СНБО Турчинова, а также экс-премьер Яценюк. По делу Майдана уже на следующей неделе могут допросить Виктора Януковича. Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что российский суд разрешил допрос беглого президента по делу об убийствах активистов Майдана бывшими беркутовцами. Проводить его планируют в режиме видеоконференции 25 ноября. Масштабное учение спецслужб в Харькове для силовиков воссоздали момент штурма облгосадминистрации, как это было в апреле 2014 года, когда сторонники так называемой Харьковской Народной Республики захватили здание. Как теперь действовали бойцы, расскажут наши корреспонденты. 9 утра, въезд в Харьков. Диверсионная атака на блокпост. Нацгвардия поднимает в небо вертолеты. Это легенда первой фазы учений спецслужб. Они стартовали сегодня в Харькове. После обеда в центре города по площади Свободы автоматчики. Прохожие озираются. Пока они не стреляют, не страшно. И пусть еще и не стреляют. Пусть просто стоят. Губернатор со свитой покидает обладминистрацию. В небе появляется вертолет. Бойцы «Альфы» спускаются в захваченное здание на тросах. А снайперы с крыши соседнего здания снимают диверсанта. Цель поражена. Спецподразделения под дымовой завесой заходят в здание АГА. Одновременно полицейский корт нейтрализует диверсантов в припаркованном авто. Спецоперация длилась 7 минут. Условные заложники освобождены, диверсанты уничтожены. На глазах у десятков зрителей БТРы со спецназом уезжают. Евромайдановец Александр Таран тоже наблюдал за учениями. Вспоминает, как в апреле 2014-го пророссийским активистам дважды удалось захватить это здание. В первый раз евромайдановцы не смогли остановить, силы были неравными. А во второй раз милиция просто не препятствовала. Это было вечером 5-го, по-моему, апреля. Стояло полным-полно милиции. Если бы они не хотели пропустить, однозначно они бы не пропустили. Потому что там сотни, наверное, две или три было. Милиция со щитами и со всем остальным. Уступили дорогу сепаратистам, которые захватили. В сегодняшних учениях были задействованы «Альфа», «Корт», «Пограничная служба» и «Нацгвардия». Почти 2000 человек со всех регионов Украины. Глава Харьковского управления СБУ говорит, учли опыт захвата ОГА двухлетней давности. Эти ошибки уже больше не повторяются. Мы непосредственно принимали участие в 2014 и в 2015 году и в реальном, так сказать, освобождении заложников. Наш регион спокойный и стабильный. И мы все сделаем, чтобы было так дальше. Антитеррористические учения в Харькове продлятся до понедельника. Елена Митясова, Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. В Брюсселе озвучили повестку саммита Украина-ЕС, который состоится 24 ноября. Обсуждать будут безвизовый режим, реализацию Минских соглашений, ход реформ и борьбу с коррупцией. От Евросоюза в саммите примут участие глава Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Украину будет представлять президент Порошенко. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Об этом новоизбранному президенту США напомнил глава Европейского совета. Туск и Трамп поговорили по телефону. Правда, подробности беседы не разглашают. О том, что в разговоре упоминалась Украина, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ЕС. Новые военно-гражданские администрации в зоне АТО. Отныне они будут действовать в городе Золотом, селе Катериновка Луганской области и поселке Зайцево Донецкой. Соответствующий указ подписал президент. И напомню, что военно-гражданские администрации обеспечивают безопасность населения, правопорядок, противодействуют диверсиям и терактам. Всего в Донецкой и Луганской областях уже созданы 15 администраций районного значения и 10 местного. В зоне АТО ранена мирная жительница под Донецком. Пострадал и украинский военный. Большинство провокаций в районе Мариуполя. Под огнем остаются Авдеевка, Светлодарская дуга и населенные пункты Луганской области. Подробнее Геннадий Вивденко. Всю неделю обстрелы крупным калибром Маринки и Красногоровки, южнее Донецка. Около десятка домов повреждены или разрушены. Минувшие сутки одна из местных жительниц получила ранение в Красногоровке в лицо и руку. Слышали, что каждые 10 дней у них ротация происходит. Не знаю, точно сказать не можем, но вроде бы как так, из-за ротации. И то, что они лучше стали стрелять, естественно. По бойницам попадают.
все такое туда залетает. Та ротация была посмирнее, а это посильнее. Также масштабные обстрелы были в районе Авдеевской промзоны. Пожалуй, наиболее сильные за последние два месяца. Не раз бойцы 72-й бригады открывали ответный огонь. Просто отрабатывают деньги, которые им платят и посылают на убой. И второй вариант, возможно, они все-таки у них где-то закралась та мечта, голубая или розовая, я не знаю, о том, что они все-таки отожмут у меня какие-то позиции. Мифические, которые они считают своими. Земля украинская наша, и я сюда никого не звал. Под Попасной в Луганской области огонь противника поутих. Активные попытки продавить тут украинскую оборону пока прекращены. Противник переходит на, так сказать, дневной режим провокаций вот к концу недели. В основном бои ведутся ночью, днем, ну, максимум мелкая стрелкотня. Сил у них досить замало, у нас є все-таки більше. Вони стараються десь легенько вжалити, щоб... А так, ну, дотримуються вони мінських домовленостей всіма можливими калібрами, що тільки в них є. Як вони, як би так культурно виразитися, безсовісно працювали, так і працюють. За сутки один украинский боец был ранен после обстрела на Светлодарской дуге. Это Дебальцевское направление. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей. Тайник с боеприпасами нашли полицейские в Лисичанске. В одном из дворов оперативники обнаружили 3 гранатомета и запалы к ним, 6 гранат и более 1500 патронов. Мешок с арсеналом, по словам хозяйки дома, оставил здесь сожитель ее дочери. Парень жил там до июня 2014 года. Сейчас воюет на стороне боевиков. Найденное оружие полицейские изъяли. Ведется расследование. Спасли жизни и трудоустроили. Экс-офицер ФСБ, освобожденный в ходе спецоперации СБУ, Илья Богданов сообщил, что получил предложение работать в пресс-центре службы безопасности и готов его принять. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Я напомню, в 2014 году российский офицер приехал на Донбасс, чтобы воевать на стороне Украины. В 2015-м получил украинское гражданство. Вчера в ходе спецоперации он был освобожден. Похитители пытались вывести Богданова в Россию. В Москве после 10 дней перерыва вновь заработала организация международной амнистии. Какие проблемы тогда возникли у правозащитников и почему им снова дали зеленый свет? Обо всем по порядку. О том, что международная правозащитная организация Amnesty International вернулась в свой московский офис, сообщили немногие информагентства. История с неожиданным выселением продлилась ровно 10 дней. На съемках, сделанных 2 ноября, опечатанные двери и сбитые замки. Тогда руководство организации узнало, на работу их больше не пустят. Кроме того, также еще висел стикер, который уведомлял, что дверь находится под охраной, тем самым предупреждая, что не вздумайте вскрывать. Причина – якобы просроченные платежи за аренду. Но, по словам правозащитников, деньги всегда вносили исправно. Собственник, московская мэрия, настаивает, им никто и ничего не перечислял. Спустя неделю своего мнения чиновники так и не изменили. Однако сотрудников Amnesty International на работу сегодня все же пустили. На сайте организации все те же сообщения об ущемлении общественных организаций и гражданских прав в России. Вот статья, критикующая закон о так называемых иностранных агентах. К слову, в поддержку украинских узников в организации высказывались тоже не раз. Вот комментарий правозащитников сразу после приговора Сенцову и Кольченко. Очевидно, этот приговор был вынесен с тем, чтобы послать определенный сигнал и сыграть на руку той информационной войне. Уже с понедельника офис Amnesty International начнет работать в привычном режиме. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер. Проезд открыт. Владельцы нерастаможенных автомобилей разблокировали пункты пропуска в Закарпатье. Машины спокойно подъезжают к КПП и пересекают границу. Очередей нет. Я напомню, что из прошлой субботы на закарпатских пунктах пропуска водители авто с иностранной регистрацией проводили акцию протеста. Не пропускали транспорт, требуя увеличить срок пребывания в Украине нерастаможенных машин с 5 дней до года. Заручились поддержкой депутата Верховной Рады. Решили, что будет принят закон, позволяющий автомобилям после уплаты
уплаты специального налога находиться в Украине без растаможивания в течение целого года. На следующей неделе премьер-министр Владимир Гройсман должен вынести этот вопрос на рассмотрение Кабмина. Протестующие разъехались, правда, свою палатку возле пункта пропуска Ужгород не убрали. Мол, если их вопрос не будет решен, снова заблокируют подъезд к границе. В Закарпатье построят еще один пункт пропуска. В Венгрию через него пустят весь грузовой транспорт, пересекающий границу. Строительство КПП анонсировал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль на своем сайте. Написал, деньги на обустройство, это 50 миллионов евро, даст правительство Венгрии в рамках кредитного соглашения. КПП построят в селе Дыда. Он соединит венгерский автобан М3 и трассу Киев-Чоп. Окончательное решение о строительстве этого транспортного коридора, по словам Москаля, может быть принято на следующей неделе во время визита премьера Владимира Гройсмана в Будапешт. До 80 боевиков ИГИЛ сейчас находятся в Европе и готовят новые теракты. Об этом предупреждают спецслужбы Нидерландов. Национальный координатор по борьбе с терроризмом предостерегает от возможных атак, по примеру, тех, что произошли в Париже и Брюсселе. Сейчас ИГИЛ призывает своих сторонников не приезжать в Сирию и Ирак, а оставаться в Европе и готовить атаки там. Нет Корана на улицах Австрии. Это призыв министра внутренних дел страны Себастьяна Курца. Но он против навязывания мусульманской религии. Курц настаивает на запрете распространения книг на улицах австрийских городов. Этим занимаются исламские фундаменталисты из группы «Истинная религия». Они выступают за строгое следование Корану и исламским законам. Такую группу основали в Германии. И на нынешней неделе немецкая МВД запретила ее деятельность. Этому примеру собираются последовать и Австрия. Новый закон, который должен принять израильский Кнессет, уже называют закон Муэддинов. Суть в том, что он запрещает использовать акустические системы в культовых учреждениях для призывов к молитвам. Касается он в основном мечетей. И это уже вызвало бурные протесты среди мусульман, рассказывает Сергей Услендер. У авторов этого законопроекта намерения были, что называется, самые благие. Они заботятся о спокойном сне граждан. Это действительно так. Тот, кто хоть раз ночевал где-нибудь возле Иерусалима или Лода, рядом с арабскими кварталами, хорошо знает, как в 4 часа утра с окрестных мечетей там начинает раздаваться пение муэдзинов, многократно усиленное громкоговорителями. Отдыхать в такой обстановке невозможно. Дети боятся. Короче, законодатели решили навести порядок. Теперь использовать акустические системы для призыва к молитвам будет нельзя. Этот закон напрашивается, так как сегодня сотни тысяч жителей смешанных городов страдают от того, что каждая мечеть транслирует призыв к молитве в любое время, которое они считают нужным. Авторы законопроекта, что называется, подстраховались. Слова «мечеть» в нем вообще нет, лишь культовое учреждение. Христианских церквей, точнее колоколов на церквях, это, понятное дело, не касается. Там никакие усилители не используются. Более того, в Кнессете ссылаются на опыт европейских и некоторых мусульманских стран, где такие ограничения действуют уже давно. Но у мусульман этот законопроект вызвал яростный протест. Хамас даже пригрозил, что готов из-за него начать войну с Израилем. Лидеры террористов, что любопытно, обвинили Израиль в нарушении свободы вероисповедания. Мол, этой традиции уже сотни лет, хотя понятно, что сотни лет никаких громкоговорителей как раз и не было. Буквально на днях этот закон должен пройти в Кнессете 3 чтения. Там, как это обычно бывает, в коалиционных делах начнется страшный торг. Но в результате, скорее всего, ограничения наложат лишь частично и запретят использовать громкоговорители, например, с позднего вечера и до раннего утра. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Протест желтых футболок. Десятки тысяч человек вышли на улицы столицы Малайзии, требуя отставки премьера. Наджиба Разака обвиняют в причастности к крупному финансовому скандалу. В 2009 году премьер основал государственный фонд для помощи экономике страны. Через 6 лет оказалось, что деньги из него таинственным образом исчезали. Речь идет о миллиардах долларов. В это же время на личных счетах Разака появились огромные суммы. Премьер объясняет, что это пожертвование друзей. Местная пресса раскопала, что на деньги из фонда родственники, приближенные главы правительства, покупали себе роскошное жилье в Нью-Йорке и картины Ван Гога. Кстати, расследованием этого громкого скандала занимаются сразу в 4 странах. Самой Малайзии, Сингапуре, Швейцарии и Соединенных Штатах.
Власть уже арестовала нескольких лидеров этой акции и объявила ее незаконной, но это все равно нас не остановит. Мы должны добиться отставки действующего премьера, потому что он украл государственные деньги. Массовые демонстрации сегодня и в Южной Корее. Десятки тысяч протестующих требуют отставки президента Пак Кын Хэ. Люди выходят на улицы Сеула уже четвертую неделю подряд. Они возмущены вмешательством в государственные дела близкой подруги президента. Местная пресса нашла в мусорном баке одного из отелей планшет, на котором обнаружилось 44 черновика речей южнокорейского лидера с правками приятельницы. Ее арестовали по подозрению в получении финансовой выгоды. Сама Пак Кын Хэ извинилась за скандал, но уходить в отставку не собирается. Я был уверен, что хотя бы после третьего митинга наш президент уйдет в отставку. Но нет, вопреки моим ожиданиям и ожиданиям многих, она осталась. Мы пойдем и на пятый, и на шестой митинг, пока президент все-таки не уйдет в отставку. Как напечатать здание на принтере и сколько стоит самое дорогое автошоу в мире? Смотрите интересные новости в нашем международном обзоре. В поддержку Трампа сторонники избранного президента США решили провести акцию в кофейнях Starbucks. Ее участники, заказывая напиток, называют не собственное имя, а Трампа. Таким образом, сотрудники кофеен вынуждены выкрикивать имя новоизбранного президента каждый раз, когда заказ готов. А в знаменитой башне Трампа песнь похвалу в его честь исполнил голый ковбой. Море пенное. Огнестойкая противопожарная пена затопила улицы возле складских помещений аэропорта Сан-Хосе в Калифорнии. Это произошло из-за сбоя в системе противопожарной сигнализации. Жители города попросили не прикасаться к белому веществу, чтобы не получить раздражение на коже. Поток пены уже удалось остановить. Открылось первое в мире здание, полностью напечатанное на 3D-принтере. Строение расположено в центре Дубая, недалеко от башен Emirates Towers. На создание деталей ушло 17 дней, на сборку еще 2. Здание оборудовано инновационными технологиями, которые снижают потребление электричества. Сухой закон для депутатов. В Сейме Литвы запретили продавать алкоголь. Крепкие напитки разрешены только на официальных приемах. Несколько лет назад в кафе и ресторанах литовского парламента уже вводили запрет на торговлю алкоголем. Однако на период председательства Литвы в Евросоюзе его отменили. Самое дорогое автошоу в мире произвело фурор. На Амазоне показали «Гранд-тур» – новое детище бывших ведущих «Топ-гир», которые ушли из BBC из-за конфликта с продюсерами канала. С авторами шоу Кларксоном, Мэем и Хаммондом Амазон подписал контракт на 3 года и 36 выпусков. На их производство выделено 250 миллионов долларов, то есть примерно по 4,5 миллиона на каждую серию. Наш эфир подходит к концу. Не пропустите завтра в 20:00 подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот коротко, о чем пойдет речь. Отделались легким испугом? Почему так быстро иссякла волна народного негодования? И как надолго люди ушли с улиц? Платежный тупик. Какие неточности нашли киевские власти в коммунальных счетах? И ждать ли жителям других регионов работы над тарифными ошибками? Миссия невыполнима? С чем уехали из Украины ревизоры МВФ? И пришлют ли новый транш после увиденного? Халявщики или партнеры? Какая роль отводится Киеву на саммите Украина-ЕС? И как долго еще нас будут кормить обещаниями о безвизе и ассоциации? Деньги не пахнут. Когда закончатся путешествия львовского мусора по стране? И в чьи карманы текут миллионы с утильным душком? Это все, что мы успели вам сегодня рассказать. Последние новости вы также можете узнать на нашем сайте подробности.ua. Хорошего вам вечера и увидимся.